Всем добрый день. Итак, наконец, долгожданные работы по монтажу газопровода. Сегодня приехали ребята, начали копать. Вот, копают вручную. Труд, я так понимаю, адский, потому что здесь земля, не знаю, ну тут не земля, тут просто глина, одна глина. Копается очень тяжело, особенно когда она сухая. Но тем не менее, вот они часа, наверное, за 4 выкопали такую траншею. И завтра приедут докапывать. И завтра же приедет монтажная организация. Там ребята как раз будут заниматься монтажом газопровода, прокладывать. Здесь пока еще не докопали, завтра докопают. И вот сюда вот вывод будет примерно здесь. Шкаф на понижение давления, который. И вот там, наверное, будет уже вот в дом. Сказали, мне крестики поставят, где нужно будет делать отверстия. Отверстия за мной. Вот, буду завтра делать. И еще там один момент у меня есть. Газопровод будет проходить через проезжую часть. А прокалывать не будем, потому что это очень накладно. Сейчас вам покажу. По расценкам Особолгаза, прокол стоит порядка 100 тысяч рублей. Без траншейная прокладка. Сошлись на том, что будут копать вручную, скрывать дорожное полотно, вот это вот. Ну, в принципе, тут не полотно, обычная дачная дорога, засыпанная щебнем. Не знаю, там какая подложка еще внизу, но сказали, что без проблем скроют. И газопровод среднего давления у нас проходит вон там, по той границе. То есть будут делать еще одну траншею здесь и вот туда заводить. Вот. Ну, как дальше все будет происходить, буду тоже снимать. По поводу расценок. Обещала снять видео. В общем, по расценкам у нас получается. Опять-таки делаем все от Мособлгаза. По расценкам получается у нас 114 тысяч рублей. Это у нас за монтаж. За монтажные работы, включая, по-моему, здесь трубу. Вот, и 48 тысяч за материал, который у нас в доме будет идти. Разводка, там вот эти все трубы, фитинги, соединения, сам шкаф, счетчик и так далее. Вот такие вот расценки Московской области. Закончили монтаж. Ребят справились за 2 дня. То есть первый день это была копка, второй день был монтаж, и закопали все обратно. Вот, подсоединялась труба моя вон там. Там газопровод среднего давления проходит через дорогу. И здесь ребята мне также врезали задвижку. На случай, если что, можно было перекрыть. Теперь снимаю у себя на участке. Вот так закопали. С учетом усадки, но я думаю, это лишнее просто. Потом все равно надо будет лопаты все убирать, куда-то вывозить. Ну ладно, пусть оно будет так. Через пару месяцев после дождей посмотрим, что будет с этим, с этой траншеей. Ну и, собственно, вот цокольный, как он называется правильно, цокольный вот. И шкаф. Выглядит все это дело вот так.
Может, кому интересно, если проводите газ, вот, собственно, можете посмотреть, как это все дело выглядит. И одна труба пошла вот по дому, по фасаду дома, врезка вон там. И выходит на кухню вот отсюда вот и пошла по той стороне. А вот, собственно, законченный монтаж внутри котельной, топочной, так скажем. А, как уже показывал, основная труба приходит вот отсюда вот, через счетчик, и уходит одна на кухню. А здесь труба на котел. А, еще хочу буквально пару слов сказать по поводу системы SACS. Это сигнализатор загазованности. В принципе, сейчас монтировал сам пока что, но вызвал организацию. В общем, суть такова. Мособлгаз ничего это сам не монтирует. Он вручает вам комплект этих датчиков, и дальше хотите с ними, сами делайте. Но перед пуском обязательно наличие договора на техобслуживание данных датчиков загазованности и акт, как он называется, по-моему, акт ВДПО. В аббревиатуру не вдавался, не знаю, что это такое. Но можно посмотреть, если будет интересно. Для пуска нужен данный акт и договор. Нашел организацию местную у себя, обратился в отделение Мособлгаз своего города, где находится моя дача рядышком здесь. Мне подсказали телефончик одного местного человечка, который занимается этой темой, и у которого есть лицензия на это. Соответственно, обратился к нему, и на днях буду ждать, когда приедет, подключит, проверит. Стоит это удовольствие 7500. Вот, так что смотрите, думайте, как бы сравнивайте. Может, кому интересно будет. Момент пуска, или уже когда там все будет готово, возможно, сниму еще одно видео. Всем спасибо, пока, до скорых встреч.